GPS-сопровождение активно. Дождь звонкой пеленой наполнил небо, майский дождь. Гром прогремел по крышам, распугал всех дождь. Так, сегодня будем разбирать палатку, ставить машину. Посмотрим, сколько занимает это времени. Отдельно стоящая маркиза Рейма Тур Бриз Аэр быстро монтируется на направляющую палатки и накачивается в воздушной стойке. Все двери оснащены противомоскитной сеткой для оптимальной вентиляции и покрытием для дополнительной конфиденциальности. Дверь можно свернуть или использовать в качестве навеса. Оснащен фиксированным основанием. Тент-домик Рейма Аэр с воздушными стойками легко и быстро устанавливается. Обе боковые стенки имеют верхнюю вентиляцию. Двери и боковые окна со вставками из москитной сетки. Передние панели имеют прозрачные окна с внутренними козырьками и могут использоваться в качестве веранды или защиты от солнца. Тент можно прикрепить к автомобилю благодаря железному стержню или с помощью ликпаза, входящим в комплект поставки. Материал 100% полиэстер, Oxford 150 Den. Стержни – сталь. Давление водного столба 3000 мм. Размеры 310 на 380. Высота от 250 до 280 см. Комплект поставки. Тентовое полотно. Пол палатки. Нам его, кстати, не положили. Воздушные шланги, стальные стержни, воздушный насос, штормовая защита, перекладины, колышки, сумка для транспортировки. Здесь вот такие веревки, но мы их не используем, а используем вот такие вот. Купили оттяжки резиновые. Вот за них зацепляем наше крепление. Раз и два. И второе. То есть модернизировали. Вот железка. Тут можно за железку зацепить. И прижать ее. Вот так вот. Вот так. Все будет хорошо. Дальше вставляем опорные палочки. Между надувными дугами. Одному попасть тяжело. Вдвоем сподручнее, лучше вдвоем, но можно и одному справиться. С другой стороны тоже так же. Вначале специальный кармашек, одну сторону. И кармашек с другой стороны. И защелочкой закрепить. А и самое сложное это наверх. Такую же точно распорку между двумя кармашками. Но здесь нужно уже второму человеку, конечно, помогать. Ну давай я помогу. Палатка высокая, поэтому веса, роста человеческого не хватает. Так. Вот здесь подержи. Пытаюсь. Надо помогать. Все, закрепили. Все практически стоит.
Теперь осталось теперь подтянуть, растяжки поставить. И все. Сколько времени по камере? Минут. По камере 10 минут. 10 минут? Ну, 10 минут с учетом того, что мы... Что еще все готовили. Готовили, не готовили, блин. Так, палатка стоит. Раскладывание палатки заняло 10 минут. В отличие, конечно, от маркиза, это дольше. Вот, но все остальные оттяжки, которые мы забивали, прибивали, это, в принципе, все штормовое. И с точки зрения, если такую же маркизу раскладывать, такие же делать штормовые занавески, оттяжки и так далее, это все примерно будет одно и то же время. Поэтому разница только в раскладке маркизы. Наверное, быстрее произойдет, но это будет защита только от солнца и не более того. Он не выдержит. Шторм не выдержит. Да, дольше маркизу не... нужно будет сворачивать постоянно, потому что в снег, господи. В дождь, ветер, она просто улетит. И вот даже вот сейчас при таком ветре, вот мы выходим на улицу и уже в камеру слышно, что ветер, маркиз уже не выдержит, то есть бесполезно маркизу растягивать. Здесь либо штормовая маркиза с растяжками, либо вот такого плана палатка. А вот, значит, плюс еще этой палатки в том, что данная палатка имеет возможность стоять самостоятельно, то есть я отъезжаю машиной и оставляю палатку на месте, охранять территорию. С тобой, да? Со мной, да. Я палатку. А ты палатку охраняешь. А я уехал в магазин, например, к примеру. И, собственно, я потом приехал, это все как бы зацепили вот на эти вот... Вот на эти вот резиночки. Вот они сделаны у меня. Вот одна, вот вторая, вот третья резиночка зацеплена. Ну и, собственно говоря, все. Вот. И она стоит. Здесь у нас как бы такая... Получается, комната для переодевания. То есть никто никого не видит. Значит, спальня, пожалуйста. Не прибранная. Переодевалка, кухня. Выход. И окошечко на море. И смотреть. Ну, мы сейчас решили встать не к морю передом палаткой, а закрыть как бы машиной ветер. Все-таки... В Батуми очень сильный ветер, и при шторме, при штормовом ветре и дожде палатку может просто сгибать достаточно серьезно, и поэтому как бы машина будет прикрывать ветер, а палатка будет выполнять функцию навеса. Все, собственно говоря, вот как бы все хорошо. Готово, можно жить. Сегодня мы собрались ехать на рынок. Эта палатка наша будет охранять наше место. Для этого мы отвязываем вот эти вот веревки, которые изначально были привязаны. Три штучки, три крепления. Вот, все. И начинаем отъезжать. Теперь вот эту вот берем штучку, трубу и вот эту. Делаем, чтобы она висела, и потом закреплять будем в конце к полу. И отъезжаем. Вот в таком виде шатер может, палатка, автопалатка может находиться отдельно от машины. Уезжаем и оставляем палатку охранять место. Теперь запарковываемся, встаем на место. По полосочкам, по линиям. Стоп. Много. Много. Чуть-чуть вперед. Еще. Все, все, стоп. Вот аналогичная процедура. Теперь как эту штуку обратно запихиваем. Вот трубу туда выкладываем. И вот куплены вот теперь вот такие вот резинки, которые мы будем крепить,
чтобы не завязывать, проще крепить к стенкам. Ветер около 40 километров в секунду, палатка наша стоит, держится, все шикарно, дождь пошел. Вот в чем прелесть автодома и палатки специализированные. На улице идет дождь, а мы готовим еду и сидим на улице. Сегодня наша палатка испытала достаточно сильный шторм с дождем вместе. Вот все здесь в воде сейчас стоит, но выдержала. Ветер, наверное, был около 70-60, наверное, 70 км в час. Ну, достаточно серьезно ее немножко изогнуло. А вот сейчас докачал ее, так как немножко была не сильно докачана. Вот стоит наша палатка, работает. Вот так гнет палатку. Ветер 40 метров в секунду. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем вас на канале.